Рад видеть вас на канале интернет-магазина TrailerBot. В данном выпуске обзора мы познакомимся с фаркопом европейского типа производства Oris Basal для автомобиля Saint-Gion Chiron с 2006 года выпуска. Данное изделие производится на территории России. Переходите по ссылке в описании и приобретайте его со скидкой. Давайте посмотрим на комплектацию товара. Содержимое упаковки в себя включает саму балку фаркопа, боковые кронштейны, еще их называют уши, необходимые для сборки и установки крепеж, крюк с шаром на 50 мм, колпачок на шар, подрозетник, 7-штырьковую розетку европейского типа с комплектом электропроводов, инструкцию по установке со всей информацией. Кроме этого, вам потребуется приобрести блок согласования Smart Connect для корректной работы электрики. Уточнить дополнительную информацию вы сможете у менеджера интернет-магазина. Рассмотрим основные характеристики товара. Вес всей конструкции фаркопа составляет 20,6 кг. Максимальная тяговая нагрузка 1,5 тонны. Вертикальная нагрузка 75 кг. Крюк с шаром крепится двумя болтами. Снизу находится отверстие для страховочных цепей. Толщина металла боковых креплений, кронштейнов и приемника для крюка составляет 10 мм. Фаркоп Oris Basal имеет катафорезное покрытие. Как заявляет производитель, данная технология используется в окраске и защите кузовов современных машин на конвейере. Для установки используется штатное отверстие, но потребуется рассверлить снизу в продольных лонжеронах задние штатные отверстия. Снимать и подрезать стандартный бампер не требуется. Этот товар можно приобрести и установить в сервисном центре магазина TrailerBot. Хотите скидку на фаркоп, электрику и прочие аксессуары, переходите по ссылке в описании под видео. На этом мы завершим сегодняшний обзор. Всем удачного выбора и хороших дорог!